пенсионер умер во время сбора грибов. Семья грибников отправилась в лес, расположенный между П. Тамовка и П. Шильда. разошлись для поиска урожая. Лома мужчине стало плохо во время тихой охоты. Заметил подросток, который находился с грибником. Стал звать на помощь взрослых. Когда родственники выяснили, что происходит, то сразу же позвонили спасателям. Но к диспетчеру поступил в 9.05, прибыть на место специалисты вместе с полицейскими смогли в 10.32. К сожалению, пожилой мужчина уже был мертв. В апартаменте ПБ из региона Напоминают, что вызвать спасателей можно даже при нулевом балансе из заблокированного телефона. В случае опасности необходимо незамедлительно обращаться за помощью.